Дожди до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября. В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 11 градусов выше нуля, днем будет от 6 до 12 со знаком плюс. Осень хоть и уходит медленно, но не перестает удивлять. Ближе к выходным воздух прогреется до плюс 12. Будет ясная солнечная погода. Для ноября такие подарки не характерны. Климатическая норма листопадного месяца ниже на 5-6 градусов. В китайском Гуджуне прошел сильнейший за последние 10 лет снегопад. Высота белого покрова достигала 20 сантиметров, из-за непогоды парализовала движение транспорта. Перестали ходить междугородние автобусы. Несмотря на причиненные неудобства, местные жители успели насладиться чудесными природными пейзажами. На крупнейший пляж Шри-Ланки выбросилось около 100 китов. Это стало самым массовым выходом млекопитающих на берег за всю историю страны. Причину происшествия ученые пока не выяснили. На это могут уйти и десятилетия. Вторник в Бобруйске обещает быть пасмурным. Возможны кратковременные осадки в виде дождя. Ветер восточный 6-9 метров в секунду. Ночью ожидается до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 9. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.